Направо протянулась большая Севастопольская улица, за ней северная сторона. На узком мысе северной стороны полукруглая двухъярусная береговая батарея Константиновская. Первая линия мачт затопленных кораблей, правее уже в бухту вторая линия. Защитники Сердия, она в черном платье и белом платке выглядывает из дверей пункта. И фельдшер, он стоит у входа, и фартуки, руки в крови. Уже за два часа боя в этот день сделал десятки перевязок. Раненых такой, что на своих местах стали, а там он Рубов не только владел техникой, он еще постоянно на территории картины рассчитал 12 фигуры в движении на полосе перед самым восходом. А советские художники, то, что было вскоре после восхода, краски взяли на 2 тонна цветей, потому что лошади с этой задачей не справлялись. Вы видите, что орудийные дворики состояли из корзин с землей, мешков с песком, потому что строились очень быстро, когда противник уже высадился в Крыму. Стоят плечом к плечу, защитный флажок на сигнальном посту означает «Я атакую». О дальнейшем развитии событий вы узнаете в центре Кургана. В центре Кургана еще до начала обороны была построена вот такая двухъярусная оборонительная башня. И верхний ярус уже первый месяц был разрушен английскими бомбами. Кургана, которая была включена в Севастополе, уходила первого штурма и тоже была уничтожена. А башня на конце рубежа стояли перед ними, сравнивали художники. А вот где верхний план, дополняет впечатление отражений, которое приближается к решающему моменту. Его вы увидите на правом плане. Пожалуйста, все, кто в группе, останитесь от барьера, что-нибудь закрывать. Бастионы строились как крепости на холмах, могли держать круговую оборону, чем был только узкий проход. И вот правый план открывала батарея Митинских на помощь, но защитники в рукопашном бою отбили батарею до подхода французских войск с корабельной стороны. Он объезжал бастион и оказался здесь первым руководителем. Остановил отступивших солдат-полтавцев. Им на помощь призвал руку сербского полка, которая возвращалась с ночных восстановительных работ. И со словами «Благодетель», лопаты залочь, штыки за мной, увлеклые резервы. А за его спиной вы видите, как 6 рот якутского полка спускаются. Снова закладывался, уже на остывшую пушку снова затапливался в бедро и в петель.